В зале заседаний районной администрации состоялась 42-я сессия Совета народных депутатов с участием главы муниципального образования Кашхабльский район Заура Хамирзова, начальников управлений и ведомств районной администрации, представителей СМИ. Провел работу сессии председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Парламентарии единогласно проголосовали за три основных вопроса повестки дня: о назначении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район, об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы администрации муниципального образования Кашхабльский район, и выборов главы администрации муниципального образования Кашхабльский район, а также о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кашхабльский район. По всем вопросам докладчиком выступил Александр Брянцев. В завершении сессии депутаты обсудили и другие не менее важные вопросы.